Пекин, 29 августа, Эрспорт. Мужская и женские сборные России квалифицировались в финал эстафеты в беге 4 по 400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Пекине. В квалификации мужская сборная России в составе Артема Динмухаметова, Павла Тренихина, Дениса Кудрявцева и Павла Ивашко показала 7-й результат, преодолев дистанцию за 2 минуты 59,45 секунды. Россиянки на этой же стадии в составе Марии Михайлюк, Ксении Задариной, Екатерины Ринжиной и Ксении Аксеновой стали четвертыми с временем 3 минуты 23,75 секунды. Лучшие результаты в мужской и женской эстафетах показала сборная США, 2 минуты 58,13 секунды, мужчины, и 3 минуты 23,5 секунды, женщины. Финалы в этих видах пройдут в воскресенье, в последний день чемпионата мира в Пекине.